Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жуткая дорога». Поехали! Познавательная страничка. Панды по натуре очень миролюбивые животные, именно поэтому после атаки они предпочитают самоуничтожиться, чем жить с мрачным клеймом агрессии на своем челе. Вау, так, мы в городе с вами. Опять здесь эти бомжи, дробовик, это хорошо. Так, подбираем гранаты. Все. Вроде бы здоровье у нас полненькое. Вау. Гранатомет. Это хорошо. Клоуны, блин, с автоматами. Так, вот эта штука хороша, что впереди. Ну-ка, погнали. Ой, нет, ребят, по-моему, она нам сейчас не пригодится. Потому что здесь у нас, блин, эти панды, бонзаи, полицейские, бакланы, которые тухлую рыбу скидывают. Сколько их тут, а? Корова, вали отсюда, ты мне здесь не нужна. Бонзай. Да-да-да, лучше вам умереть, чем ходить с таким клеймом. Все. Отлично. Так, смотрите, наверху у нас огнемет, по ходу дела. Так, факир, ты полегче там. Да, надо подкрепиться. Хорошо здесь. Гамбургер у нас. Кстати, и чекпоинт. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, откуда тут еще рыба тухлая-то падает? Вроде бакланов нету. Че это с музыкой-то? Кого-то какой-то китайский квартал. О, нормуль. Двигаемся далее. Груви. Так, а что у нас здесь, тупик? Блин, а что же делать тогда? Ладно, наверное, на балкон. Ага. Отлично, ребят, тихо. Чуть не поджарил меня, гад. Надо аккуратно. Блин, вот там мне не нравится, конечно. Давайте по-быренькому. Ну, что ты не горишь, гад? Кончилось, блин. Отлично. Этих лучше вот так подбить. Все. Так, смотрите-ка, еда, кулак. Ну, кулаком я этим не пользуюсь, поэтому как-то не айс, мне кажется, он бесполезный. Так, смотрите-ка, внизу сколько бомжей накопилось, а? Надо, наверное... Эх, не получится, да? Но все равно кого-то взорвал там. Знаете, обманул, как говорится. Кто там стреляет-то все, а? А вот с полицейским нужно быть настороже. Он бросает гранаты, которые могут нас сразу же убить. Ё-моё, сколько вас тут наверху-то накопилось, а? Олухи. Ну чё вы бегаете-то? Ха. Блин, мне даже жалко на них патроны тратить. Давайте вот так вот из пистолета. Ну? Да чё такое-то? Блин, один упал там. Так, ну этого мы, наверное, добьем. Давайте, может быть, кулаком? Да, кулаком. Да ё-моё. Все, нормулька. Так, пора нам, наверное, отсюда спрыгивать. Ёлки-палки, Денджер опять. И опять шапка с зайцами здесь была. Тихо ты, блин, бонзай, ё-моё. Не мешайте мне. Так, это с бутылочкой бежит. Так, корова. Пока все хорошо. Ну, кончилось, нет? Кончилось. И опять музыка, да? Китайского квартала. Чекпоинт. Тихо, тихо, бомжик, успокойся. Факир, готов. Калашников. Так, тихо, 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 отбегаем. Нафиг, перепрыгиваем. Оу, щит, чуть не подбил, гад. Блин, ну ты коп, ты меня уже достал, а? Все. Зачистили. Бомжи тут всякие, факиры. Они нам не нужны. Комиксы. О, вот это я понимаю, ребята. Ха-ха. Превращаем в кучу дерьма. Оу, щет. Как так, блин? Хорошо, чекпоинт здесь недалеко. Зашибись, конечно, получилось. Так, ну больше такой фокус не прокатит.
Так, давайте этого сейчас звезданем. Что ты там дергаешься, блин? Так, вот он, ствол. Да что такое? Давайте возьмем и будем сейчас всех их тут превращать. Кучу кала, короче. Ну, где? А, все? Ух, довольно быстро как мы прошли. Ранг Б. И что это такое у нас? Шопинг, шопинг, сколько всего и такие огромные скидки. Держите меня, девочки, сегодня я буду сорить баблом. Что это со мной сейчас было? Так, собрались, похоже, это единственный путь среди завалов. Нужно попытаться найти проход через верхние этажи. Ага, мы в супермаркете. Давай. Вот так, отлично. Блин, по-моему, дробовик это самое лучшее оружие здесь. Ну, по крайней мере, на мой счет. Тихо, стреляй, что... Блин, тут еще упасть можно обратно. Так, получи. И распишись. Блин, прут тут со всех сторон. Тихо-тихо-тихо, ребята. Вау-вау-вау, сколько вас тут много. Этот там подняться не может, вот и сиди там. Оп-оп-оп. Отлично. Блин, все равно задел, а? Ну, полицейский, на. Отлично, все пока у нас под контролем, ребят. Правда, у меня очень мало здоровья. Очень мало, так. Что-то я этого не могу Тихо, оп. Подкрепились, нормулька. Все, отлично, ребята. А почему я же... Не понял, я вроде взял эту... Гамбургер. Да что тут творится? Так, неужели мне опять придется... Ага, тут вот так можно даже. Хорошо, это даже лучше. Я думал, нам опять надо будет наверх там ползти. Калашников. Тихо-тихо-тихо, блин. Ты посмотри, а. Даже рядом она взрывается, очень много отнимает здоровья. Это лимонка, блин. Так, а что теперь-то делать? Блин, неужели возвращаться, а? Да, по ходу дела, как ни крути, нам придется наверх ползти. Кто там все бурнит-то, не могу врубиться. Все офисы раздолбанные. Так, миниган. Терминатор. Я вот боюсь, когда вот поднимаешься наверх и не видно, что там наверху, можно попасть под раздачу, причем довольно нехилую. О, видели? Наугад стрельнул называется. Да иди отсюда со своим смайлом. Так, кто тут? Ё-моё! Так, дробаш. Птички тут еще бакланы. Че, придется идти назад? Ага. Видимо, куда-то наверх, потому что она сверху упала. Так, давай-ка. Вот так вот. Ё-моё! Этот там своими гранатами бросается, а? Так, сюда не пройти. Жаль. Ё-моё, тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо буянить. Все, что ли? Ну, это хорошо, что мы так быстро с вами проходим. Это очень замечательно. Битвы с боссами могут доставить уйму неудобств, но стоит только найти у них уязвимое место, как бой сразу заиграет новыми красками, а упоительное чувство доминирования нежным теплом разольется по вашему телу. Не понял? Вот я и на крыше, и что-то здесь подозрительно тихо. Кто побеспокоил величайшего героя современности? Боже мой, это же сам Гипермен. А вблизи вы кажетесь полнее. Жалкий человечишка, как ты смеешь смеяться над моей идеальной фигурой? Бойся праведной кары Гипермена. Похоже, ядовитый газ Лаки не пощадил даже самых лучших из нас. Ё-моё, это босс, что ли? Точно, ребят? Гипермен. Так, ладно, давайте посмотрим, что это такое. Мне не нравится вот это вот наведение. Ага. Так, летит. Нифига, тут Супермен.
Так, что он делает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Так, ребята, я уже немножко припарился. Ладно, попробуем еще разок. В принципе, я понял тактику. Надо только ее осуществить. Так, отбегаем. Это наведение. Ага, отлично. Так, ребят, теперь смотрите. Блин, нифига. Вот сейчас надо. Оп, ага. Получил в пузяку. Так, ну там есть один гамбургер. Если что, мы его подберем и пополним себе здоровье. А пока вот как-то таким макаром нужно. Опа. Так, быстрее, 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 быстрее запрыгиваем. Так, отлично. Еще разок успеем, нет? Ох, круто. Два раза это что-то. Так, ну что, почти пол хп уже у него отняли. Надеюсь, ему здесь недолго летать осталось. Если, конечно, какой-нибудь подвох здесь не будет. Нифига, что-то не сработало. Давай, 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 быстрее. Ну, вау, вообще круто. Если мы по два раза будем по нему попадать, то он у нас быстро сдуется, Гипермен. Так, главное вот под этот удар еще не попасть. Так, 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 блин. О, черт, задел. Ладно, не беда. Да что за фигня, почему не срабатывает, а? На, еще разок. Так, ребят, наверное, я не знаю, подкрепимся, потому что черт его знает, что от него еще ожидать. Все, ему осталось буквально один раз стрельнуть и... Да ё-моё! Черт бы его побрал, а. Ну-ка, попробуем. На, нифига. Ай, не успел. Блин, зараза, а. Опять он тут летает. Действительно, блин, Супермен. Только Гипермен. Так, отбегаем, отбегаем. Не надо только на меня. А, ублюдок. Толстый, а. Да почему не срабатывает-то, я не врублюсь нифига. Ну, 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 ну. Да ядрёного, что ты, что, специально, что ли, так делают, а? Ты меня в тот раз уже припарил, сейчас опять будешь так же томить. Давай-ка, успокаивайся. Так, давай-давай-давай, отбегаем. Только не надо на меня приземляться, блин. Отлично. Так. Да чё за фигня, я не понимаю, а? Ну-ка. Опа, отлично, попали по этому олуху. Ух. Ну, в принципе, босс не такой уж и сложный, если знать, как его бомбить. Так, ну эту страничку мы уже читали с вами. Молодчина, Флинт. Пока ты расчищал путь, мне удалось подергать за ниточки. Я выяснить, что Лаки отправился на металлический завод. Да? Хорошо. И как до него добраться? Самый быстрый способ по воздуху. И у меня как раз есть подходящий транспорт для тебя. Надеюсь, ты не боишься высоты? Нет, конечно. О-о-о. У меня есть подходящий транспорт, сказал Вилли. Он поможет тебе добраться, сказал Вилли. А что это ракета класса Земля-воздух, говорить было не нужно. Ёлки-палки. На ракете? Ну что ж, давайте. Ну, типичная, ребятушки, аркадушка пошла. Так, бакланы. Фиксим, расстреляем. Так, у меня патрон-то заканчивается. И я так понимаю, здесь оружия больше не будет. О, это еще что-то. Что за фигня, еще слоны какие-то летающие. Эй, Бэмби, успокойся. Ну, пока вроде бы неплохо все идет. Я бы даже сказал, довольно легко. Так, а это еще и что появилось? Какие-то барьеры электрические. Ага. А, вон, ребят, смотрите. Калашников надо подобрать. Нормуль. Так, это все дело мы облетаем с вами. Оу, щет. Какой-то упырек там был. Видимо, клоун. Так, ага, здесь можно вот так вот постоять на этих островках. А, камера больше не двигается. О, еда.
Значит, здесь, ребята, все-таки есть и оружие, и жрачка, это хорошо. Бэмби, иди отсюда. Действительно, какие-то эти сумасшедшие слоны. Оу, мэн. Так, мы пролетаем с вами какую-то деревню. А, смотрите-ка, действительно клоуны вон стоят. Так, отлично. Что-то у меня, ребят, довольно быстро заканчивается боеприпас. Воу. Так, а здесь-то что надо сделать? Вот так вот облететь. Ёлки-палки, еще ракеты сверху. Так, подберем. Ага, они по одной траектории. Черт побери, хорошо, что гамбургер был, а? Блин, вот все равно надо кому-то задеть меня, а? Никак нельзя вот по-хорошему. Блин, когда он закончится, этот уровень-то полета? Нам куда нужно лететь? На свалку какую-то там? Где у нас находится Лаки, якобы? Так, тихо. Дайте-ка я подберу. О, щет! Да ё-моё, блин, ты смотри, а. Так, сад... О, еда. Отлично. Ты смотри, блин, эти бакланы, как специально, а. Так, здесь нужно пролетать. И камера, ребят, причем не двигается, пока я сам не двинусь вперед. Специально, наверное, так сделали. Ну что, здоровья у нас много. Ни гранат, ничего у меня нет, только вот калашников. Началось. Что такое? Блин. Эти электрические ловушки тут везде стоят. Ого. Вот это уже нехорошо. Причем мне нужно постоянно нажимать наверх, потому что если я отпускаю, он у меня потихоньку теряет высоту. Так, ну, поехали. Так, здесь... Опа! Ха! Стрельнул, называется, наугад. А там был слон. Калашников. Давай, блин, калашников. Флинт. В бейсболке, блин. Так, ладушки. Главное, ракета такая, да, с улыбочкой летит. Так, по-моему, все, да? Что там такое? Хорош верещать. Да ладно, неужели не все, а? Походу, нет. Ладно, будем тогда расстреливать всю эту живность летающую. Бакланы нам не помеха. Когда мы их видим издалека, это ерунда. А вот когда... Так, тихо. Слоны эти. Вот так вот сделаем. Опять, что ли? Ё-моё. Щекотливая ситуация. Да, по-моему, тут только начало. Оу, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Не надо так буянить. Так, а этот автомат мы сможем взять? Ё-моё. Так, что-то мне не нравится, ребят. Сколько у меня здоровья? Очень мало. Буквально один удар, и все, и мне крышка. Надо быть предельно осторожным. Да, почему бы и нет? Наугад стреляешь на опережение, да? Вдруг какая-нибудь мразь вылетит. Вот как сейчас, например, клоун сдох. Так, а вот это, наверное, мы с вами автоматик-то подберем, потому что у меня всего 77 патронов. А вот как это сделать по-быстренькому? Так. Оп, отлично. Да-да-да, я понял, что калашников. Так, здесь нужно... Оу, щет. Так, пролетает. И мы быстренько... Оп, отлично. Да ё-моё, блин, здоровье! Их, дрить на корень, блин. Фух. Ребята, мне просто на волоске жизни. Сейчас дуновение ветерка и кранты. И самое это хреновое, что я не знаю, что там впереди. Сейчас какая-нибудь фигня вылезет. Нежданчик.
чекпоинтов здесь нет, я так понимаю, да? Если мы погибаем, мы начинаем все заново. Меня это вообще не радует, если честно. Так, ребят, по-моему, мы с вами подлетаем к свалке. К железной. По-моему, нам сюда и нужно. Или нет? Слушайте, а как мы будем приземляться на этой ракете? Стратегическая ракета. Воздух-земля, блин. Ну давай, Флинт, не дуркуй. Оу, ну неужели, блин? Ненавижу такие уровни, где надо летать. А знаете ли вы, что Флинт настолько ловок, что может в прыжке стрелять вниз? Этот навык может быть очень полезен в массовых потасовках, когда одних выстрелов по сторонам становится недостаточно. Да? Понятно. Воу. Уф, посадка была не слишком мягкая, но зато похоже, что это как раз нужное место. Лаки должен быть где-то здесь. Ага. Новое оружие. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами завершим этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился, ставим лайк. И мы увидимся с вами позже. Всем пока.